В Венесуэле сотни тысяч человек вышли на улицы с требованием об отставке президента Николаса Мадуро и проведении досрочных выборов. В столице страны, Каракасе, около 160 тысяч демонстрантов приняли участие в марше. Люди готовились к столкновениям с полицией, поэтому были в защитных масках, а в руках несли щиты, палки и камни. Беспорядки в Венесуэле продолжаются 50 дней. За это время в стычках с силовиками погибли не менее 47 человек. Сотни получили ранения. Они должны нас услышать. Я тоже очень боюсь, но еще больше боюсь потерять своих детей из-за отсутствия безопасности на улицах. Я боюсь выйти на улицу и не найти еду для своей семьи, не найти лекарств. Вот что меня пугает. Поэтому я сегодня на митинге ради своих детей.